Друзья, привет! С вами Михалыч и канал Клуб Рыбаков. Ребятки, моя легендарная вымостка, с которой начиналась моя рыболовная карьера на Ютубе. Ну, я в этом году еще здесь не был. И вот пришел и просто немножко охренел. Вы видели, сколько воды не хватает, друзья? Это капец. Высохла вода. А я когда-то лазил по этим камышам и ловил рыбку на боковой кивок. Кто не видел, ссылочка в правом верхнем углу будет, подсказка. Блин, пипец. Воды нет. Воды нет. О, видели? Жесть. Ну ничего, раз уже приехали, попытаемся ловить рыбку на кормочки, как когда-то. Так, ребятки, ловить мы ее будем на мои кормочки. Да, оп, сразу хочу обратить внимание, друзья, на сегодняшний день этих кормочков подделывает просто пипец. То мы сделали наш логотип. Все мои кормочки идут с логотипом Клуб Рыбаков. Видели, с одной стороны клуб написано, с второй стороны написано Рыбаков. Грузики здесь 40 грамм, одна пружинка и два крючка. Крючки идут курва. Вот. Это крючок курва. Выдерживает любую рыбу. Хоть 10 килограмм карпа сазана, хоть больше. И еще есть, идут крючки вайб-гайб. Там самозасекающиеся. Те по карасику вообще огонь работает. Короче, вот такое. Центральная плетеночка, оригинальный шнур Power Pro здесь стоит, 0,46 мм. На поводочках 0,32 мм. Пружинка, не буду вам уже рассказывать, что она проварена в секретной жидкости. Там. Короче, эти кормочки работают намного лучше, чем все остальные. Сам проверял, и тысячи народа тоже уже проверили. А в кормочок мы будем заминать прикормочку от фирмы Real Fish. Значит, я хочу наколотить сейчас вот две вместе специи и халва. Раз. Потом отдельно чеснок. И отдельно творог. И добавим везде 3 кабайц меласы. Так, ребятки, прикормочка есть. Значит, здесь у нас в этом специи и халва. А здесь творог, зеленый такой творог, совсем на творог не похоже. Короче, коричневые специи и халва, зеленый творог. Так, оп, все, бомба будет. И он с водичкой развел меласу, залил это все. Хоп, сосочки сделали с двух сторон и крючочки туда вставили. Раз. И раз. И теперь по снастям, которые я использую под кормочки. Значит, спиннинг у меня Golden Catch Passion в размере 2,70 с тестом 40-125 грамм. Катушечка. Катушечка вообще отдельная тема. Катушечка бомба. Значит, Brain Accent 5000-ка. Байтранеров нет, лишних запчастей здесь нет, лишнего веса нет. И, друзья, эту катушечку можно использовать не только под кормочки, а ее также очень хорошо используют люди в спиннинговой рыбалочке. Так что берите на вооружение. Недорогая катушечка и бомба. Здесь полубыстрый фрикциончик. Открутили, закрутили. Ну, когда забрасываем, надо закручивать. Леска здесь у меня 0,3 мм оранжевая. Короче, все. Забрасываю снасти и смотрим, что будет дальше. Бросаю спиннинг, конечно, обалденно. Блин, глубины нет вообще. Все, друзья, снасти заброшены. Забросил я 3 спиннинга. Сейчас, может, еще 4-го доставим. Ждем поклевку. Короче, сейчас полчаса ждем. Если поклевок не будет, то будем закармливаться. Друзья, ну а пока мы ждем поклевочку,
Хочу совместно с создателями мобильной игры «Викинги» провести для вас конкурс. Народ, «Викинги» уже разыграли 35 айфонов и 16 макбуков. В этом же месяце призы просто сногсшибательные. Два новеньких набора PlayStation 4 Pro плюс VR-очки. И суперприз – это MacBook Pro. Друзья, выиграть может каждый. Ну а для тех, кто не в курсе, «Викинги» – это лучшая игра среди жанра военно-экономических стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузили в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений, многотысячных армий в реальном времени. И вы можете к ним присоединиться. Лично меня поразила в этой игре бесподобная графика и атмосферная музыка. С помощью этого я полностью погружаюсь в этот увлекательный мир викингов. Также здорово, что можно сражаться с реальными игроками из разных уголков планеты. Ну и призы можно хорошие получить. Так что же нужно делать, чтобы выиграть приз? Ребятки, если хотите получить PlayStation 4 Pro плюс VR-очки, скачай викингов по ссылке в описании и дойди до 10 уровня дворца. Ну а чтобы выиграть суперприз MacBook Pro, нужно достигнуть самого высокого уровня дворца до конца месяца среди остальных участников. Розыгрыш состоится 5 августа. Все подробности и как забрать свой приз найдете по ссылке в описании к этому ролику. Друзья, каждый ваш переход по ссылке помогает мне в развитии канала. Так что качай викингов именно по моим ссылкам в описании. А вдобавок вы получите 200 голды и бесплатный щит. Всем удачи! Вперед! А вот и первая поклевка. Ух-ох-ох. Есть. Фу. Опа, пошел наверх. Кто там такой борзый у нас клюнул? Сопротивляется хорошо, давит. Я даже не знаю, какая рыба сейчас здесь ловится. О, ребят, ну смотрите. Ну, похоже по сопротивлению на карпика. Как будто карпуша. Ай, ну лучше это, пускай будет хорошенький карась. Ну, кто вот это? Покажись. Эй, я же говорю, ай. Фух. Первый приплыл нам карпий. Ну, хорошо, что не плотва, собака. Как всегда. Так, и на специи, и на халву. Карпушка клюнул, видели? Щик. И пенопласт украл. Пенопласт где стоковый стоял. Сейчас поставлю польский. Ну, давай, брательник. Иди по папу и по маму. Давай, газуй. Опа, ух, ускакал как. Так, сейчас поставлю польский пенопласт. Он раз поставил и на всю жизнь, пока кормочка не оторвете. О, все. Наверное, что-то мелкое там село. Но дерни хорошо. Наверное, плотва собака сидит там. Короче, подсекаем, да? Дергает, дергает. Давай, давай. Ладно, наверное, сидит там. Опа. Да, что-то есть. Блин, здесь так мелко, что он сразу наверх выходит, рыбка. На глисере идет. Как лодка выходит на волну наверх воды, так и здесь. Неужели? Неужели моя любимая рыба клюнула? Да рот, ура! Ура! Вот он! Вот она, ребятки! Вот самая любимая рыба Михалыча. Я таким карасиком радуюсь больше, чем сазанам по 10 килограмм на Днепре. Вот она! Самая шикардосная рыба. А губы порваны у него. Уже у кого-то он был. Братан, тебе не повезло. Придется тебя сожрать. Ну, что ты сделаешь? Люблю я карасиков таких. Ай-яй-яй. Вот таких десятков четыре. И как раз Михаил еще на раз покушать будет. Бомба. Бомба. Вот они. Вот они. Хорошо. Хоп, иди в норочку. Все, сиди, брателла.
Видели? Следующий не заставляет себя долго ждать. О, и дождик начинается. Ну, давай, давай. Давай, друже. Где-то попал на тусняк на ихний. Видели, видели как? Давай, давай, давай. Ну, ну, давай. Ну, давай, друже. Давай. О, о, о. Ух. Блин, а я езжу куда-то там, на Днепро, еще куда-то там, карасиков эти ищу, а ловятся карпики. Да тут дома вот, ё-моё, карасевичи с ума сходят, ждут Михалыча. А Михалыч, шо, сошел? А, не, не сошел. Ух ты, ё-моё, какой ты большой. Епстилемопс, чего? Жаровой вариант. Да, братан? Ладно, мы тебе по папе и по маме. Ну, маленький ты, ну, маловатый ты будешь, иди. Еще раз придешь, заберу. Так, короче, крючки не вставляю, сразу забрасываем. Иди. Я залепил. Опа. Прикормочку хорошо так замял. Посильней. Она не выпадает. И они дуреют, эти караси. Здесь же на кормочке не надо, чтобы она рассыпалась, ребят. То, что там пишут, чтобы она высыпалась, то все фигня. Главное, чтобы она была в кормочке, и рыбка подходит и жрет ее. А то пишут, чтобы высыпалась, чтобы был перерасход прикормки. А мы же на кормочке экономно рыбачим, правильно? Хопа, раз замял, и надо поймать 10 карасей. Да это капец, да что ж там такое, ребят? Только забрасывай. Снова только забросил, уже клюет. Вы посмотрите. Ну, это полный кобздец. Ну, ну, давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Клюй. Пока мы там играемся с викингами, разыгрываем призы, то здесь опустило что-то, опустило. О, и в коряге завело. Ёкарный бабай. Сейчас будем коряги вытаскивать. Ну надо ж такое, ё-моё. Или оторвем сейчас. Оба-на, ребят. И там опустило, видели? Начался дождь. И начался клёв. Ладно. Здесь оставим, посмотрим, что там, да? Здесь уже все мертво. Так. Здесь на нас тоже пошла. Не люблю я эти поклевки, когда опускает. Ё-моё, ребят, смотрите. И там что-то дергает. Это капец, рыба с ума сходит. О, а здесь есть. Здесь есть малюпусенький карасик. Ёпсель-мопсель, ребят, смотрите. Ху-ху-ху. Сразу дуплетом. Сразу два, видели? Небольших, одно, значит, одного отпускаем, одного в сумку. Все, пацаны, без базара, ну, все по-честному. Ты, маленький, иди в детсадик, а ты уже такой, пойдешь на сковородочку. Иди сюда, хопс. Дождь идет, а усе мочится, а рыбка клювать хочется. Погнали. Хорошо пошло. Того забрасывал, здесь клюет. Вот это я понимаю клев. Как на пианино. Ну, давай, давай, что там, сидишь? Ух, хорошо. Хорошо живет на свете Винни-Пух. У него жена и дети. Народ, я просто балдею от этой рыбалки. Ё-моё. Блин, откуда эта мелочь? Это же я в том году здесь рыбачил всего раз, да? И больше не было. Ё-моё, карасиков развелось молодых. Фух, отлично. Так, сюда тоже надо сейчас польский пенопласт. Так, а здесь клюнуло на творог.
на прикормку творог. Ну ты маленький, иди, ё-моё. Надо побольше чуть-чуть. Работа идет, работа кипит. Иди сюда. О-о-о-о, а там уже клюет тоже. А там тоже клюет. Ё-моё. Да сейчас, дай. Дай хоть руки помою. Не хочется классные спиннины морать. Давай. Тут можно одного, наверное, оставлять. Да, в дождик клюв. Пойдет. И к нам идет. Опа, ребят, это спиннинг приносит сразу по два, видели? Второй раз по два штуки. Во, как им нравится эта халва со специями. И на сковородочку вечером пойдете, братаны. Шик. Придется братанов сожрать. Такая их судьба. Так, а ну если забросить обратно эту же прикормку. Чуть-чуть вот подмял. И крючки даже вставлять не буду. Опа, иди. Некогда. Не время сейчас крючки вставлять. О. Погнали. Хорошо. Есть. Давай, пока там падает, ты сразу клюй. Сразу клюй, не отходя от кассы. Так, зарядил. Зарядил на творог. Зеленый творог какой-то. Давай. Опа-на. Бульк. Там бровочка, там как раз бровка. С глубины на мель. И русло, вот то, куда я забросил. Сейчас там карпа как клюнет. Карпушник хороший такой. Народ, смотрите. Я же вам говорил, только положил спиннинг, и он уже там клюет. Уже опускает. Наверное, сидит. Но это не карп. Карп бы себе потянул бы, то и все. Но творожок. Блин, там какие-то коряги, цепляются за что-то. О, братан Карасевич идет на глисере. Ну-ка, туха это тянет, ребятки. Тянет она, конечно, наверное, сантиметров 80 за оборот. Тут караси сразу на глисер выходят. Опа, хорошенький. Смотрите, какой, ух, зверюга. Хоба. Так, и наживлять не будем. Сейчас так и забрал. А ну, попаду я в сетку вот так. Опа! Ё-моё, Михалыч снайпер. А ну, если так, пускай так и будет. Раз такой клёв, так и забрасываем. Не вставляем крючочки. Немножко не туда бросил, но ничего. Чик. Так, надо же этого спиннинга вытянуть. Так, а ты тут давай карпика нам принеси, еще карпушку такого, пятерочку. А, да, в том году я ловил и пятерку здесь карпика завалил. Помните, ребятки? Кто не помнит, подсказку в правом верхнем углу оставлю. Вот это погода, народ. Летний дождик. Уже и солнце он из-за туч выходит, видели? Здесь дождик идет. Там темно. Там солнышко. И где-то должна быть радуга. Но не видно. Так, что ты тут? Тоже опускаешь? Так, погодите, братва, давайте я вытяну того спиннинга, а потом будем разбираться. А тут натягивает, ну ё-мо, и там опускает, так капец. Я же говорю, жор у рыбы. Как ни странно, вытянул кормачка и даже не оторвал. Дернул резко его и вытянул. Крючки не разогнулись, ничего не оторвалось. Значит, заряжаемся. О! Натянуло. Ё-моё, и снова зацеп. Да что ж такое, ёкарный бабай. Набросали тут веток. Или там он раколовки стоят, блин, сторож раколовки ты набрасывает. Или за раколовку зацепил, непонятно. Или все-таки за ветку, наверное, за ветку.
Видели, народ, какой крепкий спиннер. Думал, поломается. Не, не ломается, я анкорягу тяну. Видели? Анкоряга уже видно ее. Да это капец. Это просто трубец. Блин, а там клюет. А там у нас клюет. Оттуда рыбка клюет, там этом коряги таскаем. Да, рыбеха не дает скучать. Есть, но очень маленький. Маленький карасик. А хорошенький, что маленький? Хороший такой. Ух, такой. Давай в норку. В норочку. Оп. Ай-яй-яй, Михалыч, а будут жареные карасики сегодня. Балдеж. Опа, и здесь запустил, он дергает. Наверное, тоже сидит. Хупс, хупс. Опа. Жаровые карасики. Блин, таких на удочку надо ловить. Но здесь же нет воды. Удочкой так далеко туда не добросишь. Давай за следующим. Только клюнь же какой-то там, блин. Нормальный рыб. Что же там мелочь клюет одна? Ох, какой. Какой монстр клюнул, да, народ? Так, и снова клюет, да? А там клюет. А там клюет. Не даст рыба вытянуть то дерево. Вот это кабан. Это уже клюнул кабаневич. Целый кабаневич. Ху-ху-ху. Вот это он. Чик. Дотянул я наконец-то ветку. Опа. О. Видели? Снасть выдержала. Крючки выдержали. Опа. Плетенка выдержала. Леска выдержала. Вот так. Я же говорю, любую рыбу выдержит. И крючки даже не подогнулись. Так, это где-то туда надо. Назад бросить. Туда на мель. То может карпуша какой клюнет. Все, лежит там. На крайний клюет. Ребята, это я же говорю. Это пипец. И там клюет. И на том клюет. Видели? И там она пустила. Фух. Блин, надо было. Что надо было? Брать какую-то кукурузу. Или я не знаю чего. Чтобы побольше рыбку ловить. Но эти карасики, конечно, от Real Fish с ума сходят. Там дергает на тот спиннинг. Эти мелкие карасики, Real Fish, это для них что-то с чем-то. Но ничего, будем кушать жареных карасиков сегодня. Так, давай, а ну, монстр прицепистов. А мы когда-то с сыном здесь килограммовых карасей ловили 3 года назад. Кило-200. 800 грамм так проскакивал. Это пипец. Это мелочь. Но эта мелочь в следующем году уже будет хорошенькие такие, по 200 грамм. Здесь быстро рыба растет. Здесь ее судак гоняет, щука гоняет. И когда рыбка не стоит на месте, она растет. Потому что она кормится. О, видели, снова такой же. Ну ничего, зато они самые-самые вкусные. Только забросил и уже все. И сразу клюнул. Это оно там возле коряг ложится. И сразу там клюет. Опа! Ё-моё, когда они успели? 2 сразу клюнуть. Видели, ребят, снова дуплетом. Вот это кормочки работают, да? Совместно с Real Fish. И мастырки не нужно. Так, одного в садок, одного отпускаем. Хопс. Ты в садок. А ты иди подрастай. Ух, тут как клюет. Хорошо здесь натянул. О,
О, здесь прицепилось уже чего-то поболее, чем эти мелкие карасики. Или это так показалось сразу? Но сопротивляется, давит, давит, гад. Все, вышел на глиссер. Кто там такой? Нормальный карасевич клюнул наконец-то. А, не. Не, карпик мелкий. Меленький карпушка. Еще меньше, чем первый был. Иди, 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 не чмакай, не чмакай, иди. Блин, пока я тут доувлажняю прикормочку, то здесь рыбка клюет, карпы там клюют. Е-мое, сейчас надо руки помыть. Сидишь? Смотрим, кто там сидит. Опа! О, какой круглый. Видели, как камбала. Отличный сковородочный карасик. Тебе не повезло. Круглый-круглый народ. Так, немного переувлажнил прикормку. А то она высохла. Ладно, сейчас это добавим. Короче, перемешаем, будет дна за дна. Опа! И та работает. Какая разница. Смешаем. Сейчас будет убойная прикормка. Вы знаете, я люблю что-то нахимичить, смешать в кучу все. Ух, запах какой шикарный. Иди сюда, родимый. Йо, и тут клюет. Так, там мелкий. Этого только забросил и уже положила. Это на ту прикормку, что я смешал кучу. Разные вкусы. Да ё-моё! Снова за корягу зацепилась. Короче, ребят, карасети просто дуреют. Я уже поставил два спиннинга в одну точку и сел возле них. Прикормочку возле себя положил. И фигачу их. Сколько я тут рыбачу? Часика 3-4 я рыбачу. Я поймал этих карасиков мелких, наверное, штук 300. Взял там себе, которые побольше, десятков 2-3 там в садочек закинул. Ну, блин, просто что-то с чем-то. Короче, вспомнили мою старую вымосточку. Рыбки хорошей нет, карпов хороших нет. Ну, зато жаровые карасики самые-самые-самые вкусные. Но ловить их неинтересно, ребятки. Наверное, на этом я и буду закрывать эту рыбалочку. В следующий раз поедем где-то на кивочек, карпов погоняем, да? Как я говорил, харе, кирдык, геймовы. Друзья, на все снасти, что вы видели в видео, ссылочки будут в описании к этому ролику. Выезжайте почаще на рыбалочки, ловите рыбку, как Михалыч, а то и лучше. Ну и всем не хвоста, не чешуи. С вами был Михалыч, канал Клуб Рыбаков. Пока-пока, друзья.